Привет, пацаны, с вами Граф Игры Начало, с наступившим вас 2014 годом. Счастья вам, успехов и всего самого наилучшего. А мы переходим к багам. Итак, это 18-я часть багов в Майнкрафте. И на этот раз я вам покажу небольшой, очень забавный баг. Я не нашел ему полезное применение, но все-таки, как мы видим, это обычные ступеньки, в конце они смыкаются. И что мы делаем? Просто я говорю, это вообще вам ни в коем случае не понадобится, просто это забавно, и если вам нечего делать, можете эту штуку смутить. В общем, смотрите, допустим, мы кидаем одну буханку на вот эти ступеньки. То есть кидаем, и она начинает подпрыгивать, пацаны, это нонсенс вообще какой-то. То есть, смотрите, давайте я вам построю новую. Будет кому-то все очень понятно. То есть ступеньки в одну сторону, ступеньки в другую сторону, и в конце они замыкаются вот таким образом. Так, и теперь просто берем, бросаем любую вещь, и они подпрыгивают. Уйди, ничего же не видно. Ой, не, просто кидаем хоть какую вещь. Давайте даже кирку свою выкину, и она будет подпрыгивать. То есть смотрите, и они каким-то странным образом проваливаются сквозь текстуру и их подкидывает в воздух. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Простите, что так долго не было видео. На это были свои причины. Всем удачи и до новых встреч. С Новым годом!